بسم الله الرحمن الرحيم. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله. Если у меня по дороге я нашел историю, которую вам хочу рассказать, она короткая, но в нем очень много мудрости. Один из салафов, его звали Худейр, ради Аллаху ан, сподвижник, рассказывает историю про него, ан ибн Умара, анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям, ба'аса джейшан фихим раджун юкаллаху Худейр. Пророк саллаллаху алейхи посылал войско, среди них был Худейр, то есть сподвижник, который звали Худейр. Укана тилька сана, кад асабатум санату мин килати таам. В этом году как раз была проблема с едой и продовольствием, и голодные времена были. Фазаввадахум Расулуллахи ва насия ан юзаввида Худейра. И пророк сам каждому дал запас еды, чтобы пока они будут на джихад идти, и забыли, именно про Худейра забыл. Ну, не заметил, наверное, или он где-то там на стороне остался. Фахараджа Худейрун сабиран мухтасибан ва хуа фи ахри ар-ракби. И Худейр вышел, проявляя терпение и желая награду от Аллаха за свое терпение. Якулу ля илляха илля Аллах, валлаху акбар. И он говорил, пока он сзади войска шел и говорил: ля илляха илля Аллах, валлаху акбар, вальхамду лиллях, субхан Аллах, валя хавля валя куввата илля биллях. Ва якул, также он говорил: наам аззад хуа я раб. Он говорил: отличный запас я у Аллаха со мной, то, что он Аллах напоминает Аллаха, то, что он говорит: Аллаху акбар, ла илляха илля Аллах, ла хавля ва ла куввата илля биллях. Это, говорит, слова, говорит, самый лучший запас мой. Он так себя успокаивал и таваккал на Аллаха, уповал на Аллаха. Кала фаджаа Джибрил иля ан-набий саллаллаху алейхи ва саллям факала лаху. И в это время пророку пришел Джибриль и сказал ему: «Инна Робби арсалани илейка юхбирука аннака заввата асхаба». Поистине мой Господь послал меня, говорит, к тебе, что ты всем запас дал, а Худейру ничего не дал. Путь далекий, солнце греет очень сильно. Он голодный и пить хочет. Он себя успокаивает: «Ла илляха илля Аллах, вахтаху ла шарика ла», постоянно повторяет, Аллаху понимает. И он ему говорит, что это Джибриль рассказывает пророку, что он говорит: «Ла илляха илля Аллах, валлаху акбар, ва субхана Аллахи, вальхамду лиллахи, ва ла хавля, ва ла куввата илля биллахи». И что он даже так же повторяет, Джибриль рассказывает пророку: «Ни'ма зада хуа я раб», лучший запас это я раб, о мой Господь. «Кала факаламуху дзалика лаху нурун яума аль-кияма». И Джибриль передает от Аллаха Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, этот его калам, эти его слова. Судний день ему будет светом и нуром. «Ма байна сама и валь ард», этот свет и нур будет достигать между небес и земли. «Фабъат илейхи бизат», и Джибриль говорит от Аллаха, повелевает: «Пошли к нему запас еды». «Фадаан набию, саллаллаху алейхи вассалям, раджулян», просто сам послал, позвал к себе одного человека. Фадафа алейхи заду Худейр, дал ему еду и запас для Худейра. Ва амараху иза интаха алейхи, и сказал ему, говорит, когда к нему пойдешь, хафиза алейхи ма якул, запомни, что он говорит. Пойди к нему с этим запасом, говорит, и запомни, что он говорит. Ва иза дафа алейхи зад, хафиза алейхи ма якул. Он говорит: запомни, что я говорю тебе, то, что я тебе передам. И когда я им передашь, запомни, что он ответит тебе тоже. То есть так же мне передашь. И скажи ему: инна Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям юкриюка ассалям. Что пророк сам
тебе дает, передает тебе салам, ва рахматуллах, и милость Аллаха, ва юхбирука аннаху кана насия ан юзаввидак. И расскажи ему, что просто там забыл, что ему дать запас. Ва инна Робби табарака ва тааля арсала илайя Джибрил юзаккируни бика. И скажи, просто там говорит ему, скажи ему, что Аллах Всевышний, Господь, послал ко мне Джибриля, чтобы напомнить мне про тебя. Фазаккараху Джибрил ва а'ламаху маканак. И что Джибрил напомнил мне про Худейра, и что показал его место перед Аллахом, что он на самом деле Аллаху дурак. Фантаха илейхи ва хуа якул. И после этого этот человек пошел к Худейру и слушает, что он говорит. Ла илляха илляллах, ва Аллаху акбар, ва субханаллахи, ва альхамду лилляхи, ва ла хавла, ва ла куввата илля биллах. Ва якулу ниъма зад хаза я раб. Это лучший запас, о Господь мой, говорит он. Кала фадана минху сумма кала лаху. И этот человек приблизился к Худейру и сказал ему. Инна Расул Аллахи юкрюка ассалам ва рахматуллах. Поистине пророк Саусам тебе передает салам и милость Аллаха. Вакад арсалани илейка бизадин ма'и. И послал меня, говорит, к тебе, чтобы дать еду и запас. Ва якулу инни иннама наситука. И что пророк Саусам тебе говорит, что я поистине забыл про тебя. Фа арсала илейя Джибрили мина сама и юзаккиру нибика. И Всевышний Аллах послал с небес Джибриля ко мне, чтобы напомнить про тебя. قال فحمد الله واثنى عليه и Худейр как ответил, он сказал الحمد لله, хвала Аллаху, и وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم, и салават на пророка صلى الله عليه وسلم. ثم قال, потом он сказал الحمد لله رب العالمين ذكرني ربي من فوق سبع سماوات ومن فوق عرشه. Он говорит, хвала Аллаху, Господу миру, поистине Господь вспомнил про меня с семи небес и своего арша. ورحمه جوعي وضعفي и смилостился над моим, над моей слабостью и голодом. Я раб кама лам танса Худейран фаджаль Худейран ла янсак. Я, о Аллах, говорит, как ты не забыл Худейра, сделай так, чтобы Худейр никогда тебя не забывал. Кала фа хафиза ма кала. Этот человек запомнил все, что он сказал. Ва раджа иля ан-набии саллаллаху алейхи ва саллям. Вернулся к пророку саллаллаху алейхи ва саллям. فَأَخْبَرَهُ بِمَا سَمِعَ مِنْهُ حِينَ أَتَاهُ. И рассказал все, что от него увидел и услышал. وَبِمَا قَالَ حِينَ أَخْبَرَ. И то, что он сам рассказал и как он ответил. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Просто он сказал, أَمَا إِنَّكَ لَوْ رَفَعْتَ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ. Он говорит, если бы ты поднял бы, говорит, свой взгляд, взор на небеса, لَرَأَيْتَ لِكَلَامِهِ ذَلِكَ نُورًا سَاطِعًا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Ты, говорит, его калам увидел бы, говорит, свет и нур между землей и небом. Просто ты, если ты повернулся и посмотрел бы. Это награда Худейру Аллах дал за то, что он на самом деле сабр сделал. Сафар далекий, очень сильная жара, пустыня, голодный, еще ехать. Он себя успокаивал, он не пришел к пророку, он жаловался. О, Расул Аллах, ты меня забыл, ты несправедливо разделил. Не начал там бурчать, ворчать, как у нас в наше время бывает. Сразу же фитну распространять начинает. Хоть одну узр не дает, может, он забыл. Там, ну, 70 надо узр дать, хоть один. Может, он забыл на самом деле. Можно просто напомнить. Ну, на самом деле, истинно праведные люди, которые из таваккуль знают понимание, упование на Аллаха, мы видим, как он успокаивался, он поминал Аллаха. Ла хавла ва ла куввата илля биллах, ла илляха илля Аллах. Он вот так постоянно поминал Аллах. И Аллах на самом деле сделал так, чтобы вспомнили про него. И до сих пор про него мы сейчас читаем. Те, которые сабру проявили здесь, аль-хамдулилля, много братьев пришло, читали Коран, кто-то уроки читал. Это очень хорошо. И мы потихоньку, иншаллах, растем. И есть какие-то жалобы на братьев тоже, что насчет сквернословия. Я надеюсь, очень надеюсь, что это братья, которые недавно в ислам пришли, недавно таубу сделали и еще не успели над собой поработать. Ибо те братья, которые уже год и два в исламе, просто такое не могли сказать. Это в адрес сестер тоже было, наших сестер. Очень грубо, братья, очень грубо. И эти слова, субханаллах, если мы, как мы говорили в одном хадисе, поистине человек говорит одно слово,
который ляю или хабалян, который не дает ему значения, и за это слово 70 лет в аду гореть будет. Аузу билля, 7 минут на холоде оставим, просто на холоде, без одежды. 70 лет в аду за одно слово, братья. Следите за своим языком. Очень много грубых слов, очень много оскорбительных слов. И порой чуть-чуть его личное заденем, и все, уже он уже забывает, он брат или мусульманин, кто он такой вообще. И у него полностью программа джахили включается. И готов подраться и сквернословить. Где ваш ислам? Вообще, зачем ты принял ислам? Чтобы обуздать свой нафс, чтобы, не знаю, свои страсти погасить. Бороться со своим нафсом. Чуть-чуть хватает искорки, и ты сразу забываешь про ислам. Это далиль на то, что иман очень слабый. Единобожие тоже отсутствует. Почти. Просто чуть-чуть есть. Человек, который с крепкой акидой, крепким иманом, никогда в жизни такое себе не позволит. Мы знаем, пророк сам говорит, даже если тебя не оставляют, вот во время поста, ты что должен говорить? Я пост держу, брат. Это во время поста ты от еды отказываешься. Не только от еды, от каляма тоже, от сквернословия. Это не значит, что пост отпустил, ты должен сквернословить или плохие слова говорить. Просто не хочу от этой от темы отходить. Иншаллах, когда мы эту серию наших лекций про никах, многоженство, талак, и есть у нас такие темы гражданские, очень важные, которые у нас очень сильно запущены. Например, тоже наследство, тоже завещание. Вообще по шариату не делают. И братья, мы знаем, у нас родители тоже есть, у кого-то большинство из них, они не соблюдающие. По шариату имущество не делят. Это Аллах в Коране разделил, чтобы мы это все соблюдали. И эти темы, которые вот у нас есть, упущение в Дагестане, или на Кавказе, или в России, я хочу их поодиночке вот так раскрывать и пройтись по ним, чтобы хотя бы люди осознали, что есть такое, что это есть в шариате, и что надо ее соблюдать, и как это соблюдать. Честно говоря, этим темам нужное, должное внимание давать не получается. Просто по ним пробегаю, можно сказать. То же самое многоженство, два лекции. Она на самом деле только ознакомил. Там очень много информации. И я не знаю, я с собой книги беру, иногда большинство даже не успеваю прочитать. В любом случае, моя задача вас разбудить. Дать знать, что есть такая информация, что это важно. Или основные самые такие вот чувствительные темы вам затронуть. Чтобы вы в будущем сами искали уже, как Алибуль Алим, как тот человек, который ищет истину и знания. Это раз. Мы начинали с никаха, плавно перешли к многоженству. Она тоже включается, входит в никах. Тема тоже порой неоднозначная. То есть не все готовы принять из сестер эту тему. Мы сказали, отрицание этой темы – это вообще куфр. Или говорит, я признаю там, я не признаю, это тоже, кто тебя спрашивает это? То, что Всевышний не спасал, там не бывает, я признаю, не признаю. Тебе просто остается покориться и принять. Другое дело, как это делать. Мы в прошлой лекции постарались это более-менее коротко объяснить. Но много нарушений со стороны братьев тоже бывает. Сегодняшняя тема, по идее, она охватывает тему талак. Она очень взаимосвязана с многоженством. Там, где многоженство, потихоньку увеличивается талак. Почему? Потому что или сестры не готовы это принять, у них достаточно имана и единобожия. Или братья недостаточно готовы это на свою шею эту ответственность взять, или они недостаточно справедливы, или не могут регулировать отношения между этими двумя женами. Из-за этого получается часто развод. То есть многоженство переходить в развод, это ну, по темам в книгах тоже так идет, она на самом деле взаимосвязана. До того, как перейти на тему талак, честно говоря, хочу несколько насиха сестрам тоже сделать, которые я книги нашел, они очень интересные. И постараюсь коротко их прочитать. Когда человек берет вторую жену, это сестра, которая первая жена, которая попадает в эту ситуацию. Она одна из двух сестер.
Или она жена, которая выполняет свои обязанности, свои, дает мужу ее права, хак, и она хорошая жена, или она жена, которая допускает упущение в правах мужа, или муж где-то в каких-то моментах ей недоволен. Одна из двух. Первое, если ты не, вот, у тебя все хорошо, но твой муж полюбил другую сестру-мусульманку, узнал и полюбил или общался, если ты не согласна с его женитьбой, разве ты можешь согласиться, чтобы он просто будет с ней общаться и харам делать? Некоторые даже доходят до зина тоже. Валиязу билля. Многие даже, очень много есть сестер, которые, я не хочу даже назвать их сестер, честно говоря. Мусульманки такие, в основном традиционные бывают. И в селах, кто живут, и в городе, наверное, слышали, пусть даже, пусть зина делает, только пусть вторую жену берет. Слышали даже это выражение? Валиязу билля. Если ты допускаешь, чтобы он сделал такой большой харам и грех по отношению к Аллаху и приступил к границе Аллаха, но не допускаешь, чтобы он взял вторую жену, получается, ты себя ставишь выше, чем Аллах. То есть можно нарушать закон Аллаха, но не нарушать то, что я не хочу, не делай. То есть то, что Аллах не любит, делай, но то, что я не люблю, не делай. Валиязу билля. И Всевышний Аллах, Он, который твою семью сохраняет, Он, который милость и любовь и отношения в этой семье дает. Если ты допустил, что твой муж общается, а это часто здесь сейчас в наше время бывает, подолгу, иногда годами, не может вторую взять, потому что от первой боится, что уйдет, и потому что она там уже начинает истерики делать, как только про вторую жену тема идет. Если ты это все допускаешь, что он нарушает на самом деле шариат и ослушается Аллаха, но не даешь никак тот хак, который Аллах ему дал взять, узнай, что Аллах может твой на самом деле семью разрушить. То есть отношение, которое ты думал, что все будет хорошо, только зина делай, а меня не оставляй, он у тебя тоже этого мужа заберет. Аллах же, который дает это любовь и милость. И получается, если ты чуть-чуть хотя бы ради своей маслиха оставил ради Аллаха, ради того, чтобы просто за ревность, чтобы границу Аллаха не переступали, представь себе, какую Аллах тебе награду дал бы. Если ты ради Аллаха, вот кто-то что-то оставляет свое личное, Аллах же ей лучше дает, Аллах ей сабру дает, Аллах милость дает. И какая безграничная граница, эта награда. А если ты на самом деле за то, что лично ради своего, как назвать это, я еще не знаю, кроме гордости, самолюбия, эгоизма, ради этого ты готова, чтобы муж на самом деле сделал харам и общался, или кто-то на самом деле это общение в конечном итоге приводит к встречам и зина, и плохой будет у него конец. Если ты это допускаешь, я не знаю, просто побойся Аллаха. Вторая сестра, это которая у нее все хорошо, она думает, все нормально. Но это один момент, секунду Аллах может что-то поменять. Надо учитывать это. Другая, которая на самом деле, как положено, мужу хак не дает. То есть муж ей недоволен. Недоволен, как на самом деле она слушается мужа, или она соблюдает ислам, или смотрит за детьми. Ну, есть у нее конкретные претензии к мужу к ней. Или она болеет часто, очень часто, и муж на самом деле за это страдает. В этой ситуации быть против второй жены, это тоже один из аламатов, что эта жена не боится Аллаха. Но смотри, в этой ситуации, это мужу и первом, и второй ситуации, мужу приходится, он из один из трех вариантов. Имма талах, или он разводится с ней и берет эту жену, которую он полюбил, девушку. Или он берет ее тайно, то есть не дает тебе знать, тайно никак читает. Или он берет ее из твоего ведения, то есть ты знаешь, он берет в открытую ее. Один из трех видов. И талак — это самый худший, конечно. Ты хотела себе это все присвоить, получилось, и вообще, и ты лишилась всего вообще. И это крайний случай. И часто тоже так бывает. Второй случай, если он берет, не зная, не сообща тебе, тоже очень много нарушений получается. С самого начала ему очень часто приходится врать. Человек уже, он, чтобы скрыть это,
Ну, на самом деле, как надо, что нужно сделать так, чтобы твоя жена это не узнала, сколько нужно врать, ночевать и пропадать, и так, чтобы ты, она не догадалась, очень много вранья и несправедливости получается. Это тоже и может из-за того, что вот ты, вы, сестры, не готовы это принимать и не готовы, не согласны с хукмом Аллаха. Если она на самом деле свою личную ревность, свои личные амбиции или эгоизм победит, и ради Аллаха чисто согласится с этим и даже познакомиться с ней, то она получит довольство мужа. И мы говорили, пророк сам клялся Аллахом и говорил, Аллах, и говорит, жена не даст хак Аллаха, пока не даст хак мужа. И если муж будет тобой доволен, и на самом деле он тебя в жизни не забудет, то, что ты пошла с ним и засватала, или была довольна, и не делаешь ему проблемы, и муж тебе это не забудет, и Всевышний не забудет, и наградит тебя за это. А та жена, которая на самом деле не могла мужа хак дать по физическим, или то, что она на самом деле такая слабая, он вторую жену возьмет, она будет дополнять ее. То есть, где она болеет или не успевает, вторая жена будет делать, и тем самым она наоборот ей будет помогать, а не делать, не будет ей мешать. И часто сестры, они иногда принимают, но есть среди них такие люди, которые говорят, как ты это терпишь, он издевается над тобой, он тебя не любит, не ценит. Это тоже такие шайтаны, которые в людских обликах восвасят этих сестер. И пусть побоятся Аллаха, и им лучше подальше от таких сестер держаться. Часто сестры на самом деле любят очень мужа, и когда видят, муж так хочет, и так это сестру любит, она согласна с ним, лишь бы ему хорошо было. Но приходят какие-то сестры и говорят, он над тобой издевается, он не любит тебя, и начинает вас. И на ровном месте в доме начинается скандал. Это, конечно, причиняет эти сестры. Мы говорим, это вирусы, которые в твою семью заходят. Лучше их подальше держать. То есть мужа хак говорит жене, с кем можно и общаться, с кем нельзя. И он может таким сестрам запретить, пусть с такими не общаются. И примерно, коротко, вот что я хотел сказать до того, как закончить тему многоженства. Это очень важно, потому что рано или поздно братья к этому приходят, у кого есть возможность, у кого есть здоровье, или нет страха, что он будет несправедлив. И все почти с этим сталкиваются. Или жена на самом деле его любит, и она хорошая жена, но не хочет соперницу, как они говорят, чтобы над ней кого-то брали. Или она на самом деле постоянно, муж ей недоволен, ну и на это наплевать, даже если она не успевает ему хак дать, и все равно не готова взять вторую, чтобы он вторую жену взял. Из этих всех вариантов мы сказали, лучше ей согласиться, и лучше ей на самом деле смириться с хукмом Аллаха и просить Аллаха, чтобы ей помог с ревностью справиться, чтобы дал сабр, как Худейру дал сабр. В таком положении, как Худейр, точно он не находился. Он ради Аллаха сабр сделал, и как на самом деле Аллах возвеличил этого сподвижника Худейра. И, конечно, часто, братья, от нас это тоже зависит. Чтобы мы примером и в таваккуле, и сабры, и воспитывали их, и учили, и давали им нужные полезные книги. Если мы успеем, я, да, иншаллах, вам зачитаю 10 насиха, которые можно получить любого Аллаха Всевышнего, субхана ва тааля. И мы говорили на прошлом лекции про хадис, которым я начинал. Кто хочет добиться в жизни и в ахира чего-то, что я, иншаллах, дам 10 советов, как их достичь. Но если достигнуть те желания, которые у вас есть, реальные цели, вы их запишите хотя бы 5. И эти бумаги достигнут 100 бумаг. Вот тогда я их зачитаю, иншаллах. Значит, есть те, которые на самом деле реально хотят. А пока мы, если у нас время хватит, я эти насихи, иншаллах, почитаю. Сейчас начнем мы именно с талака. Важность талака мы сейчас обсудим. Почему мы тему лекцию делаем, какая у нее важность. Честно говоря, чтобы знать тему талака, как по сути это делать, она тоже очень важная вещь. Кто хочет свою семью сохранить, если он это правило, которое я сейчас сегодня вам зачитаю, запомнит, хорошенько запомнит, часто забывает, братья. Я прошу вас очень внимательно слушать меня.
Я это 2 года назад одну лекцию делал ученикам моим. Объяснил, как по сунне развестись, что такое сунне, по сунне талак, по сунне бид'а в талаке. И даже на доске нарисовал, и аяты записал. Но после лекции, на второй день или на следующий урок, когда я спросил, несколько человек только это запомнил. Сложно чуть-чуть. Но я постараюсь как можно упростить это и на простом языке вам объяснить. И зачастую от этого зависит то, что может ваша семья сохраниться. Потому что талак по правилам, по сунне, она на самом деле получается не талак, а на самом деле наоборот уберечь свою семью. Это предохранители. Дополнительные, чтобы своя семья не сгорела. Чтобы ты не попал в такое очень неудобное положение. И каждый из вас здесь или женатый, или тот, который хочет жениться. И тот, кто хочет жениться, тоже обязан это знать. Тот, кто женатый, тоже обязан это знать. И будьте внимательны очень хорошо. Тема талак, она очень такая вот неоднозначная тема. Там очень много разногласий. И я постараюсь не затрагивать такие темы, которые очень много там разногласий. Кто будет на видео смотреть, он будет там где-то там говорить, а вот это мазхаби вот так, а он что-то так не так сказал. Я уже уезжал отсюда, вот когда у меня лекции прекратил. Помните, я говорил про аурат, когда человек сватается, как можно на девушку смотреть. Помните эту лекцию? Помните, да? Я говорил 3 мнения. Мнение имама Шафии и кто с ним согласился. Лицо, руки можно посмотреть. Говорил мнение ученых имама Ахмада, мазхаба Ахмада, которые говорили, можно и волосы, то есть то, что тебя побуждает для никах. И говорил мнение Захирита, ибн Хазма, который говорил полностью голову можно посмотреть. То есть это тоже может тебя побудить на никах. То есть это мнение Захирита, это не 4 мазхаба, это 5 уже за рамки, которые. Ну это мнение такое, то есть мы говорили 2 крайности. И говорили, что никакой отец не согласится показать свое, это понятно. Даже говорили, что в хамбалитском мазхабе как волосы, даже и то не согласятся. Потому что у нас менталитет, мы так привыкли, что у нас так не принято. Та сестра, которая закрывается, не покажет. Какой-то, я не знаю, откуда такой умный человек появился. И когда я уезжал отсюда, тот, кто меня встречал, ему кто-то уже донес, что это приезжает человек, который позволяет голой для девушки смотреть, который хочет засватать. Мол, будь осторожен. Астагфируллах, это были. Ну каким надо быть умным человеком, чтобы вот так это все понять? Как все можно вот так верхом перевернуть, я не знаю. Ибн Хазм, мазхаб Захири, ее вообще по этим мазхабу фатва не дается. Ну, почти всегда ученые ее мнение приводят, чтобы для знать, да, вот между этим и тем, вот такое, чтобы для ознакомительного. Есть у него мнение тоже более, наверное, которые берут, но в основном ее мазхаб не берут. Мы просто ознакомились разными мнениями. Вот именно взят, который вот самый вот такой аморальный, и сказать, что я это фатва даю или так говорю. Он-то ему спросил, ты это видел сам в лекции? Он говорит, нет. Ну, он понял. Основном претензии бывают тех людей, которые вообще эту лекцию не видели и не понял контекст и как это все шло. А так вырвать любое слово или пару предложений и насочинять, любой может. Такое впечатление, как будто вы сидите и определенные, имеется в виду, несколько людей, наверное, здесь бывает. Ищите, до чего докопаться. Ведь ради пользы, что ли, смотрят, или ради чего смотрят. Пусть Аллах их простит, конечно. Тема талак, мы знаем, за это шейх-ул-Ислам сидел в тюрьме, за это фатва. Она на самом деле в определенные времена была как политическая тема. Кто на такие фатвы давали, сажали, вот такие темы, серьезная тема это. Ну, наша задача отсюда понять, как мне, как мусульманину, попал в такую ситуацию, что вот после жена развод, будьте уверены, братья, 99%, если скажу, я, наверное, не ошибусь, обычная любая семья, определенный момент жизни, когда вот, например, испытания или такие тяжелые моменты, жена начинает просить развод. Или ты начинаешь подумывать о разводе. Даже которая вот благополучная семья. Потом, может, это испытание пройдешь, и правильно поступишь по сути, как тебе просто научил, может и забыть про эти слова и про эту тему. Может, даже есть люди, которые каждую неделю, каждый день скандал, и каждый раз эта тема поднимается. Это просто такая тема, вот вы семью изнутри не видите.
Пока мы не слышим, что скандал был, развод был, нам кажется, что все нормально у них. Даже семья, муж, он идет домой, выходит на работу, все как положено. Может, тебе, ты в гости пойдешь, тебе хинкал тоже даст. То, что в кухне творится или в спальне бывает, когда ты уходишь, мы не знаем. И если ты не слушал, это значит, этой проблемы нет. Может быть, человек всю жизнь хорошо жил, один раз с женой поссорился, этот скандал вышел из дома, и все думают, ва, какой смотришь. А может, человек каждый день с женой скандалит, но это дома остается. И никто не думает, даже не может подумать, что у него скандал бывает. Это вот такая тема. И люди разные бывают. И семьи разные бывают. И муж с женой не всегда ладят. Просто определенный момент приходит, например, мне сказали, первое время, пока перетирается между собой, тоже бывают скандалы. Она говорит, я уже не могу терпеть, отправь меня от матери домой. Такие моменты бывают. Или родят ребенка, он спать не дает, она чуть доведенная, несколько ночей не спала, ребенок болеет. И в этом состоянии она тоже говорит, отправь меня домой, надоел. Он ее тоже напрягает, чтобы готовила, чтобы обслуживала. Тут ребенок плачет. В таких ситуациях сестры тоже срываются. То есть в этом ситуации нужно понимание. Или много детей становится тоже, нагрузки большие. Или он, может, решил вторую жену взять, один из очень важных и основных, которые Аллах требует. Рано или поздно человек с этим сталкивается. И Аллах само по себе, это не такое страшное, там просто она двухсторонняя тема. Где-то она как милость, где-то она на самом деле как вот грех и несчастье. И мы, наша задача вот объяснить хукм Аллаха, откуда это взято, и если делать, как это делать. И потихоньку вот там вопросы у вас будут возникать, я постараюсь их как-то во время лекции на них ответить. На все не получится брать. Есть темы, которые лучше индивидуально вот ты задашь, именно в твоей ситуации, какое положение. Я там отвечу. А так, в общем, говорить, опять-таки останутся моменты, которые я не затронул, и опять придут опровержения. Это было вступление. В любом случае, мы так начнем. Семейная жизнь, она чтобы сохранилась, или она стоит на любви, милости, на взаимопонимание, на соблюдение прав друг друга. Ну, иногда может получиться такое положение, что муж раз не возлюбил свою жену, ушел ее в любовь, Аллах забрал. Часто я вам, братья, сейчас на это хочу указать, именно за наши грехи бывает. Вот была любовь и милость между вами. Аллах же обещал между мужем и женой сделать любовь и милость. Было все, вот было, ты даже не ожидал, все было прекрасно, любовь и признавалась, и хорошо было, и раз нет ее. Нет, просто не тянет к ней, или она от тебя отходит из-за греха, братья. Вот за то, что мы нагрешили, Аллах вот так наказывает, забирает ту любовь и милость. Или ты приступил, ее права начал нарушать. Этот любовь, который изначально Аллах сказал между мужем и женой, он забирает ее, как наказание. На самом деле очень большое наказание. Жить с человеком, который ты не любишь и терпеть не можешь. Или чтобы лишиться той любви, которую Аллах тебе дал. Или жена не возлюбила, или муж не возлюбил. Конечно, в этой ситуации ислам, шариат тебе советует проявить сабр. Сабр сделать, потерпеть чуть-чуть. Может, такие временные моменты бывают, что вот она забеременела, у нее там вот такие вот тошнота, вот какие-то моменты тяжело ей пережить. И она вот, даже иногда бывает, что мужа не излюбила или начала ненавидеть, терпеть не может. Или свекруху не может, или своего же даже ребенка не может. А молодожен, он не понимает, он, вроде столько ждали свадьбы, первый медовый месяц и так все хорошо было. Он не понимает, что она забеременела, раз у нее отношение поменялось к матери, к нему. Часто это не из-за опытности, он начинает и бить ее, и разводов доходит. Это, конечно, глупость. Ну, ислам что делает? Сабру делает. Пока она родит, пока... Иногда некоторые оставляют даже у своих родителей, пока она родит. Если она очень тяжелый случай, конечно. И говорят, может, чуть сабру проявишь, Аллах в этом сделает тебе добро, как Аллах в Коране сказал. «Ауза биллахи мин ашшайтан ар-раджим, ва-аширухунна биль-ма'руф». Живите с ними в благе и добре. «Фаин карахитуму хунна», а если вы их не излюбите,
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. И есть надежда, что вы что-то не злюбите, Аллах в этом сделает для вас очень много добра. То есть в этот, пока она родит, сабру сделаешь, или пока она на самом деле насиха, ва'аза, чуть воспитал, и Аллах может в ней очень много добра и блага сделать. То есть родить тебе детей, которые тебя будут радовать и на этом свете, и на том свете. Или она изменится и станет прекрасной женой, иншаллах. Чуть-чуть сабру нужно иногда. Также муж иногда меняется тоже. У него времена бывают, тогда ему тяжело, долги, работу потерял, с родственниками, родителями, отцом поссорился. Он напряженный и в депрессии. В этот момент тоже жене следует проявлять сабр и терпеть, пока он с этой ситуации выйдет, и помочь ему наоборот, и делать дуа, и взывать к Аллаху. Честно говоря, братья, в основном все наши несчастья и испытания Аллах не спасает своему рабу, чтобы он взывал к нему, и чтобы он просил помощи. На самом деле, вот смиренность показал. Часто мы, когда у нас все хорошо, забываем про Всевышнего. И начинаем, вот у нас деньги появились, здоровье есть, начинаем дом, ремонты, машины, суета. Вот даже забываешь, что на самом деле для чего ты рожден. Раз Аллах тебе сделал, ребенок заболел, или забрал там дом, какие-то проблемы создал, а ты начинаешь вспоминать Аллах, дуа делать, о Аллах, за что, помоги. Это то, что вот ты это забрал, это несчастье иногда оказывается для тебя очень большой милостью. Иногда человек попадает в аварию, теряет там ногу и становится инвалидом. До этого он был джахили, но тут уже больница, уже при смерти, он вспоминает про Всевышнего, становится соблюдающим мусульманином. А потом в последующем забывает про свою ногу, но уже соблюдающий мусульманин, и чувствует милость Аллаха, которую он оказал, хоть даже в аварию попал. Потому что по сравнению с иманом, с исламом, то, что он потерял одну ногу, это вообще ничего не значит. Потому что в судний день он в раю, он Аллах ему это все отдаст, и он вечно будет в блаженстве жить. А если он нога на месте была бы, он не был бы в исламе, прожил бы еще 20-30 лет с ногой и горел бы в аду, валиязу билля. То есть все познается в сравнении. И есть хадис, в котором говорится, пусть мусульман не бросает свою жену муминку, пусть если даже не взлюбит в ней один амал или ее такое поведение, то радия минха хулукан ахар, может взлюбить другой амал. То есть все идеально в жене не бывает, где-то она что-то там плохо справляется с каким-то моментом, или на кухне, или там где-то, но у нее может быть другие очень много плюсов. И надо концентрировать большое внимание на это. Она в будущем научится готовить, в будущем она научится, как ты хочешь убираться. Чуть-чуть сабру делать, и сразу нельзя нажимать. Но иногда, это, хотя никак изначально мы делаем, чтобы вечно до конца вместе жить, родить детей, воспитать, чтобы любили друг друга, были счастливы. Все так говорят, им все на этом и строится семья. Но иногда это вот то, что у тебя неприязнь к ней появилась, она начинает увеличиваться. И скандал тоже увеличивается. И иногда порой не можем общий язык найти и решить этот вопрос. Вот маслихат приводят там родственников, кого-то, ничего не помогает. И сабру тоже заканчивается. Ночами спать не дает. Постоянно скандал, постоянно плач и истерики. Ну, человеку сабру тоже конец тоже бывает. Чем больше ты пытаешься исправить, успокоить, все больше и больше, наоборот, этот раскол получается. И то, что было между вами, на чем строилась вся семья, любовь, там, взаимопонимание, соблюдение прав, как она старалась, все это тоже уходит. Она не старается. Она наоборот делает все, чтобы тебе не нравится. Или муж наоборот, вообще внимания не обращает, и с ней не спит, не кушает, уходит, пропадает. Пропало это отношение. В этой ситуации ислам позволяет решение и лечение, единственное лечение, от которого нет выхода. Если это неприятно со стороны мужа, в его руках есть талак. То есть он может освободить, от этого несчастья себя может освободить. Это его хак, который Аллах ему дал. И Аллах, который ему дал этот хак, он может использовать в рамках, которые Аллах ему указал. По шариату. Как Аллах ему сказал. И как ему хочется, как Аллах сказал. А если это со стороны жены, это неприязнь.
Аллах ей тоже дал решение. То есть Аллах ей дал хулю. В народе здесь, в Махачкале, я понял, как слушал, я говорил хуля. И она тоже может освободить себя от этих оков с помощью мухаля, хулю или хуля. То есть она отдает мужу то, что он ей дал из Калыма, из Махра, по ее соглашению, конечно. Мы говорили, одни сестры дали фатву кинуть ему тот Махр, который он дал, и уйти. Она не имеет права. То есть по взаимному согласию. Может, он очень много на ней потратился, большой Махр ей дал. Она там прошел месяц-два, начала развод просить. Бриллиантовый там, это, то. Напросила очень много, и месяц-два, и начала плохой амал показывать. Если может Аллах даст, конечно, она ничего не возвращает. Это все забирает, если он с ней спал. А если она сама просит и делает мухаля, то он может сказать то, что я тебе дал, верни, и будет свободна. И Аллах в Коране говорит, когда это хуля тоже. Это хуля мы второй лекции, иншаллах, ему как-то объясним это тоже, как это делается. Аллах говорит: «Вала яхиллю лакум ан тахузу мимма атайтумухунна шайа». Всевышний Аллах говорит: «Вам не, я не позволяю, не делаю халяль, брать из того, что вы им дали, из калыма и махра, вообще что-нибудь. Илля ан юкима худуда Аллахи». Кроме из того, что вы будете соблюдать границы Аллаха. Если она позволит, то с ее позволения можно. «Фаин хифтум алла юкима худуда Аллах». Если вы боитесь не соблюдать границы Аллаха, то есть живя вместе, вы нарушаете границы Аллаха. Аллах что говорит? «Фаля джунаха алейхима фима фтадат бих». И нет на них греха, если она откупится, вот этим хулю сделает. Аллах говорит, нет греха. То есть живя вместе, вы оба в грех попадаете. Например, реальный жизненный пример, который мы сталкиваемся, жена не хочет соблюдать ислам, не хочет соблюдать хиджаб. Муж за него постоянно грех попадает, насеха делает, объясняет, ничего не понимает. И она тоже не хочет, она себя не видит в хиджабе, не хочет соблюдать. То есть обоим неприемлем это такой союз. И Аллах говорит, если вы боитесь не соблюдать границы Аллаха, нет греха, если она откупится. Пусть отдаст то, что он дал калым, и уходит домой. Это один из решений. Сейчас мы объясним, что такое талак вообще. Откуда он взят? У него корень итлак, то есть отпустить. Отпустить и оставить. Жену отпустить и оставить, то есть имеется в виду. Это также говорит «Атлах туль асир», когда ты отпускаешь пленника. То есть развязываешь им руки и отпускаешь. А по шариату, это именно в лингвистическом значении, на арабском языке. А по шариату «халлу рабит ати завач» – развязать семейные узлы. Или «вайнхау алак ати завджия» – или закончить супружеские отношения. То есть здесь Аллах дает, заканчивается ваши отношения супружеские, или семья распадается. Конечно, на эту тему есть очень известный хадис. Она слабая, хадис слабый, но ученые говорят, у него смысл достоверный. «Абгаду л-халяли л-Аллахи аззаваджаль ат-талак». Самый нелюбимый халял Аллаху – это талак, развод. То есть из того, что Аллах дозволил, самое ему нелюбимое – это развод. У него цепочка слабая в этом хадисе, но ученые говорят, смысл правильный. И этому далил тот хадис, который мы знаем, и поистине близко отставит свой арш на воде и посылает свои войска, чтобы они делали фитну на земле. Известный хадис, может, коротко вам напомню. И приходят, они докладывают Иблис, вот я его не оставил, пока он не украл, или зина не сделал, пока не убил. И когда он скажет, я его не оставил, пока не развелся со своей женой, он говорит, приблизит его к себе и скажет, ты говорит, ни'ма анта, ты хороший, молодец, просто похвалит. То есть ему это будет лучше, чем даже вот такие большие грехи. С этого понятно, что Аллаху не нравится. Если Иблису нравится, Аллаху не нравится. Конечно, это в общем понятии. Но есть развод, который мы сейчас будем проходить, хукм,
Какой хокм у этого развода? Какое решение? Есть развод, который ты обязан делать. Есть, который желательный развод. Есть, который просто халяль. Есть, который нежелательный. Есть, который харам. Как в никахе мы разбирали, у него талаха тоже такие хукмы есть. Смотря на ситуацию и на положение. Поэтому, когда ты слушаешь, человек развелся, однозначно осуждать ты вообще не имеешь права. Может, он вообще был обязан с ней развестись. Ты откуда знаешь, какие детали между ним будут? Ты муж и жена знает. Ты просто услышал слух, что он развелся. Есть ситуации, где он вообще обязан развестись. По шариату. Чтобы Аллах был им доволен. Поэтому все талаки у нас, конечно, они идут как негативно, вот неправильно, вот семья распалась. Ну, конечно, нехорошо. Но бывает жена, которая с ней вообще невозможно жить. И она приступает все границы. И границы, которые Аллах позволит, и мужа не слушается, не Аллаха. В этой ситуации как можно это всю жизнь терпеть? Мы сейчас это, иншаллах, хукмы объясним. Также, тут есть еще один хадис, который известный. Лайса минна ман хаббаба имраатан аля зауджиха. Пророк говорит, не из нас, как тот, который испортил жену своему мужу. То есть, как мы говорили, сестры приходят и говорят, как ты это терпишь, он над тобой издевается. И на ровном месте жена уже начала ослушаться, начала оговариваться, голос повышать. И испортил отношения и развелись. Просто он не из нас тот, кто так жену настраивает. Поэтому мы сказали, это шайтан и инс. Кроме шайтанов и инсов и джиннов, кто может на самом деле против мужа так жену настраивать? Наоборот, он должен говорить, сабру делай, Аллах тебя вознаградит, поистине Аллах любит терпеливых. Тут он наоборот испортил отношения. Это хадис передал Абу Дауд. Некоторые сестры, или мусульманки, или женщины, пытаются у мужа, у одной женщины мужа угнать, то есть отбить. Это тоже в обществе сталкиваемся, там соседка или там, не знаю, кто-то там вот на работе. Второй не хочет идти, но у него сперва к себе его располагает отношение, любовь налаживает, потом говорит, разведись с ней, чтобы меня взять. Согласитесь, часто тоже такое бывает. И пророк там говорит, Абу Хурайра передает хадис, «Каля ла тасали мара тут алак ухтиха». Пусть женщина, говорит, не просит развод своей сестры, то есть другой мусульманки, чтобы себе место освободить, чтобы на ней жениться. فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. Поистине Аллах ей даст то, что Аллах ей кадар сделал. То есть не бойся, что тебе не достанется. Тебе тоже мужчины достанутся. И именно у нее отбивать не обязательно. Если идешь, то иди второй. Есть, который второй, вот она не хочет, не видит себя, то только первый хочет. Ну и начинает вот до развода мужу отношения вот с женой портить. Просто он запретил это делать. И еще один хадис, который до того, как разберем хукм, должен сказать. Пророк Саусалам говорит, «Айюма имраатин саалат завуджахат алакан». Любая женщина, которая просит развод у мужа, это часто бывает, братья, «Мин гайри баасин», без на то причины шариатской, «Фа харамун алейха раихатул джанна», ей харам, будет запах рая. Запах рая, она на самом деле, один из хадисов говорит, что за 70 лет расстояние чувствуется, и даже этот запах не почувствуется. Аллахи очень часто просят. Аллахи бывает, мало бывает у них причин. Шариатские причины можно развод просить, мы тоже укажем в дальнейшем еще более подробно. Один из них, коротко могу сказать, если он нарушает ее права, и постоянно. Не так, что один раз нарушил или ошибся, один раз забыл. Он постоянно, систематически нарушает ее права. То есть не дает ее хак, не содержит, не ночует у нее, будучи здесь. Или у второй там пропал, и к первой не идет. В этой ситуации ей позволяется развод попросить у нее. А так, по каждому скандалу, по каждому там что-то не так. Или он тебе не купил золотое кольцо, которое обещал. Или не отвел к своей матери. Или там ты заболела, и он забыл тебе предложить лекарство и внимание сделать. И, о, дай мне развод, ты меня не любишь. Валлахи, запах рая не почувствует. Валлиязу билля. Пусть побоится Аллах. Хукм талака. Сейчас мы разберем, иншаллах.
Конечно, у ученых есть разногласия насчет хукм талака, в разных мазхабах разные мнения. Примерно у ханафитов и хамбалитов есть такое примерно которое общее понятие, что общая основная позиция талака, что это нежелательность. То есть средняя позиция, с этого и исходим. Они далее приводят, что «Ля'на Аллаху кулля заввак эн митлак» – поистине Аллах проклял каждого, кто пробует заввак. Заввак называется, когда человек пробу берет. Кто пробует разных женщин, митлак, и разводится, часто разводится. Аллах проклял. Это хадис, он, честно говоря, слабый хадис, но у него есть внизу еще другой хадис, который более который достоверный, который Аллах говорит: «Инна Аллаха ла юхиббу ад-даваакина вад-даваакат», поистине Аллах не любит тех, которые так ради пробы на недельку две женятся и разводятся, также женщин, которые также замуж выходят. Довелось увидеть даже женщин, которые даже дожидаясь, пока идти закончится, замуж выходят. Или будучи замужем, уже себе другого мужа уже подыскала, и он вот симпатичный, вот Аллах есть такие. Если лично, вот, прямо в этом где-то в маджлисе где-то тема проходила, я не был бы, может, не поверил бы. И они тоже же прокляты так же, как мужчины. Есть мужчины, которые женятся, просто разные хотят вот, насчет, вот я нажнулся на аварке, на кумичке, на русской, вот. Просто вот, список ведет. Аллах, ты под проклятием Аллаха. Мне сказали, что такое проклятие. Быть за рамками милости Аллаха, которая безгранична. Милость Аллаха безгранична, она настолько велика. И ты, чтобы ты за этих рамок милости, чтобы быть, это валяйзу бля, каким человеком надо быть. Кто вот этим занимается, Аллах его проклял. И также сестер тоже, которые вот так часто выходят замуж ради того, чтобы попробовать. Это есть в обществе. И, конечно, мы когда нормально людьми общаемся, думаем, вот такое не может быть. Но когда такие темы разбираешь часто, ты видишь, понимаешь, что здесь в обществе очень много нехорошего. В общем, мы сказали, изначально Аллах нежелателен. Мы скажем, ну, у ученых есть мнение такое, что она иногда бывает обязанностью, иногда харамом, иногда просто халялом, иногда желательностью. Первое. Фама талакуль ваджиб, когда талак становится ваджиб, обязанностью. Когда два хакама, которые посылаются с ее семьи и с семьи мужа, чтобы примирить их. И они пытались всеми путями примирить, и у них не получилось, и они решили, что с ним им дальше оставаться вместе нельзя, только еще хуже будет, и еще больше границ будут переходить, и может даже до рукопокладства и убийства дойти. Разные ситуации бывают. В этом ситуации, если они решили между собой, что им надо развестись, вот муж обязан развестись с ней. Обязан развестись с ней. Другая ситуация. Это Ибн Кудама приводит в Махалле его книге. Когда жена нарушает границы Аллаха или не выполняет хак Аллаха. Будь это намаз, или пост, или хиджаб, или закат. И не может ее заставить это сделать. То есть он, у него нету, он объяснил по-хорошему, заставить не получается, никак у него не получается. В этой ситуации он обязан с ней развестись. Или другая ситуация, она гайру афифа, они говорят. То есть не благочестивая. Разговаривает с чужими мужчинами, он застал ее, она с кем-то мужчиной общается, или там в интернете, или в телефоне. Она неблагочестива и не сохраняет свою честь. В этой ситуации некоторые ученые говорят, что ему желательно развестись. Некоторые говорят, что он обязан. Например, имам Ахмад говорит, «Ля ямбаги ляху имсакуха», ему не подобает с ней жить. وذلك لان فيه نقصا لدينه потому что в этом есть ему недостаток в религии. لا يأمن إفسادها لفراشه, также он не может доверить то, что она ее постель кого-то не приведет.
То есть она общается по интернету или по телефону, в конечном итоге это может тоже, как с мужчиной, так и сестры и женщины тоже может такое быть. И водить тебе ребенка, который вообще не твой. Валяйзу билля. Это в случае с честью. Также очень часто, особенно в городах, ситуация, когда жена не соблюдает хиджаб, не соблюдает намаз, не боится Аллаха. И брат, он пришел в ислам уже давно, пытается как-то ей объяснить, напугать, как-то вот, что-то пытается с ней сделать и никак не может. В этой ситуации он обязан сына вырастить. Ко мне в такие семьи приходили. И время, какое, конечно, вопрос возникает, нужно ей дать. Раньше я говорил какое-то время, там, не знаю, неделю, как обдумает. Честно говоря, понял, что от этого ничего не меняется. Суть. Если она не хочет, не хочет. После этого я ему сказал, одному из братьев, возьми диск Суда Меди про хиджаб, например, который объясняется от А до Я все аяты, хадисы, мнения ученых про хиджаб. Пусть она ночью, вечером посмотрит. Утром сажаешь машину, едешь в исламский магазин, выбираешь ей форму. Если она носит, носит. Не носит, собирает вещи и идет себе домой. По-другому никак. По-другому ты постоянно в грехе. Она за него у тебя в религии накс получается. Зачем тебе судный день? И так у тебя головных болей, тебе еще за нее отвечать. И вот эта тема, она очень важная. И вы знаете, часто многие братья знают такие, в такой ситуации других братьев. И кто-то в таком ситуации сам был или есть, в Аллаху Алям. Хукм такой. Имам Ахмад, Ибн Кудама и некоторые, просто есть разница с желательностью, если там есть надежда, что она придет потихоньку. То есть есть какие-то вот симптомы, она говорит, я приду, подожди вот сейчас. И она обещание выполняет. То есть она говорит, через неделю я там ноги закрою, юбку подлиннее, там рукава назад, потом потихоньку. Она если к этому идет, то мы говорим, сабру сделать, иншаллах. Если нет передвижений, то он ее просто предупредил, показал ученые мнения, аяты, хадисы, на второй день одел. Не оделась, иди домой. Когда оденешься, придешь. Понял, никак почитаю. Какие проблемы? Если не хочешь одеваться, то я не хочу с тобой жить. И есть, альхамдулиллах, дети очень много сестер, которые по хиджабу. То есть вопрос не одеваться, не одеваться, дать время думать, вообще такое не должно ставить. Аллах приказал закрыться, да. Слушайся Аллах. Не слушайся Аллах. Если ты Аллаха самого Всевышнего не слушаешься, что меня будешь слушаться? Если ты, которому нуждаешься каждую секунду Всевышний, который судит день будет решать твою вечность, где ты будешь находиться, если ему не слушаешься, его не слушаешь, что меня будешь слушать? Такая жена зачем тебе нужна? Не смотрите ни на красоту, ни на детей, ни на что вообще. И опять-таки будут сейчас мне какие-то такие сестры, которые так называемые, нет, вот такие мусульманки традиционные, которые носят хиджаб, говорят, о, Абу Умар, наши семеро там, вот видишь, фитна делать. Нет. Это фитна ты делаешь ему и себе, когда ты не носишь хиджаб. И когда ты не соблюдаешь намаз. Я должен, обязан говорить правду. Хочешь, не хочешь. Когда можно развестись? Просто халял человек развестись. Когда есть хажа, когда есть нужда. Как это? Рису и хулюк ль-мара. Если жена, у нее плохой нрав. Скверный нрав. Постоянно на мужа голос повышает. Постоянно перебивает. Постоянно забывает то, что ты сказал, не слушается. Заметьте слово постоянно, я его повторяю. Не один раз там она что-то голос подняла, или один раз она там что-то забыла. А постоянно, стал у нее регулярно такой метод уже разговора, что она повышает голос. Не знает свое место. И не хочет ее это место соблюдать. Наоборот, пытается на тебя еще седло примерить. Постоянно пытается свое слово вот вперед ставить. В этой ситуации тебе халяль разводиться. Также не дает твои права. То есть, каждый раз, когда ты хочешь с ней уединиться, там, она говорит, мне там это, то, там, подожди, пока я уборку сделаю. Каждый раз вот, она вот, уходит от своих обязанностей, начинаешь уже ты, от нее уже тебе вред получается. Ты уже себя, свой нафс, уже не можешь беречь от греха. Потихоньку начинаешь уже поглядывать на чужих девушек, потому что она тебя не бережет. И от нее толку уже нет. В этой ситуации лучше с ней развестись, а взять жену, которая тебя может уберечь и твои права дать. Понятно, братья? Только когда это стало постоянно, и это не меняется. Когда изредка там или иногда так получается, то
Тут ей насиха делаешь, там можешь поругать и как-то, чтобы она на свое место стала. Так, чтобы все нормально было, не бывает сестер. Они тоже люди, как и мы, они ошибаются. Если ты от нее так все идеально требуешь, то так будет сам таким же идеальным, чтобы ты все так хорошо делал. Даже если ты такой хороший, иногда Аллах тебе тоже нужно посылать, который тебе испытывает твое терпение. Я думаю, здесь мы насчет обязанностей и желательности там вместе мы это разобрали. Халяль мы сказали, когда ты с ней жить не можешь, у него нрав плохой, невоспитанная. Мы говорили в других лекциях, матери вместо того, чтобы воспитать своих дочерей, быть покорной, хорошей женой, домохозяйкой, хорошей матерью, 99%, даже не побоюсь этого сказать, не учат их вообще ничему. Или там учат показухам, чтобы она красиво там, как говорится на народе, на понтам, чтобы занавески там перед людьми главное так показаться, а там уже с мужем, как она, ей уже не важно. Зачастую многие вообще готовить не умеют. Многие вот эти блестяшки всякие, занавески, все, вот эта голова за этим забита. У него такая, у меня это, у него такой диван, столько-то, вообще удивился, когда обсуждает, у них весь разговор, сколько стоит, что ее там платье, вот это кольцо, вот это диван, вот это ковер, вот это, и все, что ли? Это все, что у тебя в голове, субханаллах. Это что-то пустые, пустышки, можно сказать. Как можно таким человеком жить? Только вот о вот этом мысли. Где твой иман, где твоя религия? Это все. Скажи, о чем ты хлопочешь, и я скажу, кто ты. Или ты ровно, ты стоишь ровно столько, столько стоит то, о чем ты хлопочешь. Ты хлопочешь от этого кожаного дивана, вот этого ты стоишь. Вот все мысли об этом, ты вот этого дивана, вот за это можно тебе купить просто. И ты будешь счастлив. Кто хлопочет о довольстве Аллаха, чтобы Аллах его любил, чтобы он любил Аллаха, чтобы был доволен Аллахом, он бесценен. И перед Аллахом бесценен. Он же Худейр говорит, рассказывает. Тяжело было. Все кушают, пьют, он сзади отстал, наоборот, чтобы не заметили, сабру делает, Аллаху понимает. Какой Аллах, перед Аллахом, как он стал? Аллах сам с семи небес его вспомнил, субхан Аллах. Джибриля послал именно по его случаю. И между небом и землей Аллах нур сделал за него. И в судный день ему это тоже как нур будет. Чуть-чуть сабру сделал, братья. В Аллахе как этого не хватает нам. Хотя мы говорим, и Аллах в Коране говорит, «Инна Аллаха юхиббу сабирин». Кто хочет, чтобы Аллах его любил? Будьте терпеливы. Аллах поистине любит терпеливых. Аллах говорит в Коране, он любит терпеливых. В другом аяте Аллах говорит, «Инна Аллаха маа сабирин». Поистине Аллах с терпеливыми. То есть я с тобой, пока ты терпеливый. Я жду пока. Вот до конца вот испытывает. Вот как вот Аллах в Коране говорит, что Аллах испытает их, «Массатумуль баасау», их коснулось горести, несчастья. Испытания такие, что «Хатта якуля расулу, валлядина аману мааху мата насрула». Пока даже скажет пророк и те, которые уверовали с ним, когда будет помощь Аллаха. То есть даже когда пророк уже на грани отчаяния уже, вот когда помощь Аллаха будет, вот уже все, дальше некуда терпения. Аллах в этом ситуации говорит «Алла инна насра Аллахи кариб», поистине помощь Аллаха близка. Вот до этого он до конца доводит, человек проявит терпение или нет. Если он устоит, помощь Аллаха близка, и Аллах любит такого раба, и Аллах с ним, с таким рабом, и дает им помощь. Помните ситуацию Хайбар, этот Хандак, когда они, битва при рве, когда они выкопали яму и ждали, вот кафиры собрались, 10 тысяч, и хотели раз и навсегда покончить с мусульманами. В этой ситуации, на самом деле, сподвижники в туалет ходить даже боялись. Просто двигаться невозможно. Намаз, аср пропустили. Вы можете представить, что пророк и сподвижники аср не смогли читать. Вообще шевелиться невозможно. Вот так они ждут. Вот чуть-чуть расслабиться, запрыгнут. И каждый один шаг твой неверный, и может вообще кончиться с мусульманами. В этой ситуации, когда пророку Саласам сказали, что люди собрались против вас, чтобы вас уничтожить, Аллах пророк Саласам что сказал? «Хасби Аллаху ва ни'маль вакиль». Достаточно мне Аллах, и лучше он мой из вакилов. То есть Аллах, он уповал на Аллах.
И Аллах, субхана Аллах, даже откуда даже не подумали, дал им победу. Сделал фитну между этими войсками, которые яуды и кафиры, разные мушрики собрались. Послал ветер, который перевернул их палатки и все котлы, и разогнал их. Даже нормально воевать не пришлось. Вот это терпение просто, вот это надо показать. И часто бывает, у вас вот работы нету, тяжелые моменты, кто-то болеет, со всех сторон испытания идут. Чуть-чуть сабр, сабр. Ломается эта тема, и Аллах открывает тебе. И работа появляется, и семья, и все, альхамдулилля, и здоровье возвращается. Просто это испытание от Аллаха бывает. Хотел пробежаться про Аллах. Конечно, откуда это Аллах появился, это тоже интересно. Коротко постараюсь. У яхудов, небесных религиях Аллах был. Это обычно осуждают мусульман, там Аллах у нас, там даже помню передачу показывали даже. Может сказать там талах, и там она уже никаких прав не имеет, она уже уходит без ничего. Такие, ну, Богдан и вранье на ислам, такие моменты были. Вообще у яхудов тоже есть развод. И у них есть развод, позволяется, если у них есть причина, узур. Узур бывает у них двух видов. У яхудов тоже два мазхаба есть. Их просто перечислят раббанина, их там, вам это ничего не скажет. Ну, просто у яхудов есть развод, и у них есть два причины, которые можно развестись. Первая – халкия, хилка, которая есть. Юбель хилка, когда есть айб, дефект в рождении жены. То есть тебе подсунули невесту с хромым, там, кривой ногой или косым глазом. Ты не видел ее. Или она на самом деле кожная болезнь, к которой близко не подойдешь, или там запах очень сильный от нее. Разные причины бывают, которые на самом деле мужчина не может не получить то, что ради чего он взял ее. В этом положении у них позволяется развод. Также, если у них есть уюбуль ахляк, то есть есть изъяны в нравственности, они говорят примеры, например, аль-вакаха. Когда у них есть на языке сквернословие. Вот есть женщины, которые на детей, на мужа начинают разозляться, начинают говорить всякие проклятия, всякие вот такие нехорошие слова. Это вакаха, невоспитанность. Аль-васаха грязная, нечисто плотная. У нее в доме воняет, когда дом заходишь, аузу билля. Или здесь один из причин есть исраф, много денег тратит. Муж сколько денег приносит, домой ничего не оставляет, она куда-то уходит, непонятно куда. А яхуди тем более так денег любят, и такая жена у них вообще долго не продержится. И нас тоже не любят, чтобы жена на самом деле налево направо. Аллах поистине любит, кто исраф делает. И такие бои жены, сколько не приносят, куда-то уходит, непонятно куда, нету бараката. Исраф. Это причины, примерно я привел, которые может яхуди развестись. Но ни в коем случае, ну, жена не может попросить развода. Какие бы даже причины ни были, даже если он жена сделал открыто, и она не имеет права. Альхамдулилля, у нас ислам более справедлив в этом плане. Сказать христианство сейчас, мы же небесные религии объясняем. Христианство есть католики, протестанты и православные. Католикам категорически запрещено развод. Если единственное у них, если он жена сделал открыто, или она сделала, он может развестись, не то что развестись, а они говорят джасадиян, то есть телесный развод, а вот то, что духовный никах, который на небесах Всевышний им сделал, на союз, говорит, никогда не расторгается. И они всю жизнь как, поэтому они как муж жена, но они отдельно живут и друг вместе дружно делают жена по отдельности. У них это нормально. Развестись ни в коем случае нельзя, и сам они осуждают. А они спокойно изменяют, у них свои, да, как называют, сожители бывают. Называют гражданским браком. Ну, какой-то на самом деле. Не серьезно. Гражданский брак, просто с ней живешь месяц, два, год, надоело, ушел. Какой брак? Никаких прав нету, дети от жены рождаются. Это раз. Есть у этих протестантов и православных есть развод. То есть позволяется, если
если тоже узнает про измену, то есть измена супругов. Но проблема в том, что они могут развестись, но заново жениться не могут. Это один раз в жизни у них. И они передают, вот, например, вот книги «Аля лисан иль-масих иль-якулу», вот от Марка передают на языке Христа, как они утверждают, хотя это вранье, «Ман таллака имраатаху», кто развелся со своей женой, «илля ли иллати зина», кроме как по причине зина, сделает ее, как бы она зина делает. То есть, если он разведется, кроме причины зина, это как бы он ее заставит, или он будет делать зина. Это один из, потому что они, почему они позволили эти. Но если мы дальше, они дальше глубже дошли. Также в Библии от Маркоса. «Ман таллака имраатаху», кто развелся со своей женой, «ва тазавваджа би ухра язни алейха», и взял другую жену, он говорит, с ней зина делает. Сами говорят, что взял другую жену, но это как зина. «Ва ин туллигат имраатун завджа», вот тоже, если она попросит развод и выйдет замуж за другого, это тоже как зина. Вот один раз ты неудачно вышел замуж, и все, у тебя или зина, или вообще другого выхода нет. То есть люди заставляют, как бы на самом деле принуждают делать зина. Это вообще, кроме как вот на самом деле, и близко кому-то нашептал, записать туда Библию. Никогда в жизни Всевышний такого не может написать. Они же как Библии так говорят, аузубилля. То есть человек один раз неудачно, они хотят, у них часто развод, у них больше половины разводы бывает. Больше, намного больше. Считай, после этого они постоянно прелюбодеяние делают. Вот в таких убеждениях они. Так у них до этого дошло, что они уже не чувствуют прелюбодеяние или это никак, им уже без разницы. Уже поэтому это гражданский брак, сожитель, это все как. И больше половины детей уже от зина рождаются. Это и суть, и то, что хочет Иблис и Шайтан. Потому что они вот их заблуждение будут. Объясним, как у нас этот алак пришел. Как было до этого? Айша ум-муминь рассказывает. В джахили, говорит, человек разводился со своей женой, маша айнут аль-лика, как сколько хотел, то есть безгранично. Вахия имраату и дараджава. И когда, если он возвращается во время идды, она его женой становилась. Даже если он 100 раз развелся или больше. Пока, говорит, один человек не сказал одной женщине, «Валлахи, ля уталлику кифатабини минни». «Я тебе не дам развод, чтобы ты полностью от меня отошла». «Валла авейки абадан» и «не буду с тобой жить абадан». Вообще никогда. То есть я с тобой сам жить не буду. И полностью от меня отойти тоже не дам. Только это будет заканчиваться, он возвращает. С ней не живет, она просто развод, он дает развод. Опять это идет. Как только опять возвращает. Вот так играется. То есть я тебе никогда в жизни замуж выйти не дам. Вот так буду играться. То есть у них не было границы, рамок не было. Как рамок никак не было, сколько жен брать, 10-20 смогли взять. Также в Аляке тоже не было рамок. Калят ва кайфа далик. И она сказала, как ты это сделаешь, чтобы он уходил. И он объяснил, что каждый раз у тебя будет это заканчиваться, тебе будут возвращать. Потом обратно развалиться. Эта женщина пошла, хатта дахрат аля Айша, зашла к жене пророка Сосам Айше, фа ахбарат ха, и рассказал про эту историю. Фасакатат хатта джа наби салсам фа ахбарату. И промолчала, пока придет пророк салсам и рассказала всю эту историю пророку. Фасакатат наби салсам, пророк салсам тоже замолчал. Хатта назил аль-Куран, пока Аллах не спасал Куран. Аллах в Куране говорит, что говорит? Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Ат-талаку марратан, фа имсакум би ма'руфин ау тасрихум би ихсан. Аллах говорит алак два раза. Два раза в разных случаях. Или ты по-хорошему на прямых словах ее держишь, а в тасрихум би ихсан, или ее по-хорошему отпускаешь. Два раза алак, который ты можешь в разных ситуациях дать, и если передумать, вернуть. Потом в другом аяте Аллах говорит, третий. Ва ин таллакаха, а если он еще раз даст развод, то уже третий случай уже. Не так три раза сразу, а третий случай. Аллах говорит, «Фаля тахиллю лаху, хатта танки хазауджан гайра». Ему она не становится халал, пока она замуж за другого не выйдет. После этого Айша говорит, люди начали уже свои, которые были до этого развода, все это регулировать и как по шариату делать. И до того, как объяснить, как по сунне развестись, сейчас мы объясним, почему талак хак мужчины, только его. Почему Аллах ему это хак дал?
Кто может догадаться? Ага, очень даже горячо. Машалла, далеко зашел. До самого Адама дошел уже. Машалла, откуда он мыслит? Мужчина, когда женится, он же тратится на дом, на свадьбу, на все это. И еще калым бывает, обычно у арабов часто бывает калым, который сразу даешь, который потом на нем пиши остается. В случае развода он обязан становится сдавать, и закон его принуждает отдавать. Например, 200, 300 тысяч, там, 400 тысяч, иногда миллион на пиши оставляет, чтобы он не разводился. Если разводился, должен отдать, как долго остается. И в этой ситуации, конечно, он столько потратился, столько для свадьбы жил, и в конце раз быстро же развод не даст. Подумает, потому что он это все, не зря же он это все тратился. Это раз. Другое, то, что, как сказал Абдурашид, он более хладнокровный. Мужчина справа мозгами думает, потом эмоции. Хотя, как сказать? Посмотреть на разборки, которые часто бывают после Талахова, мужчины тоже у нас хладнокровие мало, конечно, то, что они вот. Тоже у нас горячие мужчины тоже. Быстро все делают, потом думают. То есть, в любом случае, мужчины, когда что-то решают, они все равно холоднокровно по уму делают. Больше, чем женщины. То есть женщины более эмоциональны, больше у них истерика, праника, вот моментально они из себя выходят. И поэтому он как мужчина, он как бы глава семьи, и как он пастор, и отвечает за свое пасторство, и ему эта ответственность Аллах дал. На самом деле мужчины не как женщины, вот такие вот ранимые, какие чувствительные бывают, они более такие хладнокровные. В общем, а женщина быстро злится, быстро, она сами, вот, кто долго женат, скажите, сколько, как часто женщина говорит, дай мне развод, все, не могу, через полчаса люблю, признаюсь. Бывает, часто бывает. Вот все, я не хочу, я тебя ненавижу, можно даже сказать. Все, дай мне развод, я ухожу, не могу терпеть. Час-два оставил, чай попил, успокоилась, она потом уже эту же ночь может тебе в любви признаться. Это нормально. Если бы ей давали бы, это на самом деле право развода, она бы тебе за каждую мелочь разводилась бы, и это уже не счесть, сколько она тебе развода дала бы. Вот даже европейцы дали хак жене развода. То есть она тоже может так же подать на нее суд, разводиться. У них сразу, говорит, разводы несколько раз увеличиваются. Если там развод был 10% из семьи, развод получался, 2-3 раза увеличился процент с развода, 20-30 раз. Потому что ей дали право, она начала быстро пользоваться. Может, потом пожалеет, но уже поздно. Сейчас от кого Аллах исходит, может исходить. Конечно, мы скажем, известно человека, который совершеннолетний, мусульманин, акиль, то есть в своем разуме, и который по своему желанию дает. Сталкивался с ситуацией, когда хочет тест заставить ее дать развод ее дочери. Если ты заставишь, он даст, это же действительно дало. По его желанию это должно быть. То есть ты должен ее убедить, что лучше вам развестись. Но заставить, если пистолет там поставишь, он даст развод, это не действительно даст развод. Вот ты можешь, я тебе поставлю пистолет в голову и скажу, продай ему твой Мерседес. Там за 10 рублей. И что, это даром будет правильный, что ли? Ты заставляешь, это не по его собственному желанию. То есть он сам, у него должен быть ихтияр, выбор. Это раз. Конечно, мы не говорим тех мужей, которые не дают права жены и потерялся, и не содержит. Потом те говорят, или отпусти ее, или нормально живи. Мы не про это говорим. Это Аллах ему говорит. Или по-хорошему держи, или по-хорошему отпускай. Ему харам так держать жену. Эта тема, отсюда мы можем войти в тему развод пьяного, развод, который сильно разозлился, который ошибся.
в всех этих темах есть разногласия, братья. Просто коротко скажу, если у вас такая ситуация возникла, вы просто подойдите, спросите конкретно по ситуации, я вам отвечу более достоверное мнение и удалили. А так ее здесь открывать, она и не закончится. Давай мы лучше обсудим вместе, как посыльно развестись. Это очень важно. И начнем вот так. До того, как объяснить, как посыльно развестись, объясним, как талак вообще происходит. Талак есть два вида. Есть талак сарих, то есть который открыто слово талак. Я тебе даю развод или даю талак. Не как один из так называемых братьев сказал, я тебе даю фалак. И она говорит, не фалак, а талак. То есть слово талак, это она известное слово, у нас в обществе тоже. Или развод, и все, что с ним связано. Эти вот слова, например, и что вот, например, эти слова? Фирак, алак, фирак, разлука, и сарах, отпустить. Вот эти три слова, они используются для развода, и там не бывает, я там так думал, не хотел, намерения не было. Ведь когда слова используешь, у тебя развод 100% получается, без намерения. Если человек использовал слово двусмысленное, как киная, они говорят, в этом ситуации нужно намерение. Например, может быть два похожих ситуации быть. Ситуация в одном, жена хочет пойти к матери. Дай мне свободу вот, ходить к ней матери, когда я захочу, она болеет, она говорит, дай мне свободу, дай, что ты меня так всегда вот, держишь, вот так она говорит. В другой ситуации жена говорит, дай мне свободу, дай мне, освободи меня, вот, развод хочет. Конечно, в той ситуации, если сказать, свободно, имеется в виду, иди к матери, можешь идти ходить в гости матери. В этой ситуации ты свободна, и у нее есть намерение развод, у нее получается развод. Может ситуация захиран, внешне, может похожая быть, что этот человек ко мне пришел, спросил, я сказал, ты свободна, и этот тоже сказал, я сказал, ты свободна. У него развод, у него не развод. То есть по намерениям смотрят здесь. Здесь разные слова могут быть, используются для этого тоже. Ну, ты как хочешь, решай. Иди вали к своим родителям. Разные, когда грубо говорит, человек, он не смотрит. Ну, если у него намерения были развод, у него получается развод. Вот этот вопрос часто мне задают. Пусть кто-то лекцию будет смотреть, запомнит. Он сказал, ты иди домой, я хочу видеть тебя, не хочу, я не люблю там, сгину с моих глаз. Разные слова говорят. Если у него намерение было, это развод, братья. Если не было намерения, это не развод. Не надо там про всяким шейхам ходить, спрашивать. Это раз. Также говорят, ты мне харам. Ты стала мне харам. То есть уже как бы. Это тоже здесь разногласия. Некоторые говорят, это лиан, некоторые говорят, это там. В любом случае тоже намерение смотрит. Еще который может вопрос быть. Талак в письменном виде. Талак можно письмо написать. Вот фуляна, моя жена, Фатима, дочка кого-то, я тебе даю развод. Это считается разводом. Можно сказать в наше время смс-ка можно или нет? Тоже часто вопрос бывает. Если ты со своего номера на ее номер отправил и написал имя, я даю тебе развод, вот так вот, это тоже развод считается действительно. Хотя здесь есть разногласия тоже маленькие. Ну, в общем, это суть дошла до нее. И нет там варианта обмана. Это важно, чтобы не было там, кто-то за тебя мог послать такие вещи, просто ради игры. Сейчас время почти закончилось, почти, наверное, тоже устали все. А? Тогда талак по сунне и бидаи, это давай на следующую лекцию оставим, вы, наверное, устали. Я коротко тогда, устали, братья, в основном, коротко объясню. Перечислил просто то, что ради чего Аллах может тебя полюбить. Разве я их записал? Не зря же я их записал. Хотел поделиться. И походу вам будет насиха купить книгу «Помни об Аллахе». И он будет помнить про тебя, хранить и беречь тебя. Айдель Карни. Даже вы знаете этого автора. У него книга «Не грусти». Это тоже книга появилась. И там очень много таких очень хороших насиха и мудростей. И один из этих мудростей,
великий ученый Шамсуддин Абу Абдиллах Мухаммад ибн Абу Бакр передает, назвал 10 вещей, которые помогают человеку полюбить Всевышнего. Запоминайте, братья. Первое. Чтение Корана и размышление над его аятами. Потому что Коран — это слово Аллаха. Когда ты читаешь Коран, ты общаешься с Аллахом. А размышляешь над его аятами, ты начинаешь познавать Аллаха, познавать его ислам. Начинаешь на самом деле потихоньку любить Аллаха. Второе. Мы коротко говорим, не входим в толкование, да? Приближение к Аллаху посредством дополнительного намаза, нафиля, сунна читай. И хадис Кудси известный, который мы говорим, что самый, который раб приближается к Аллаху, это фарз. После этого он будет делать сунна навафиля, пока я его не полюблю. Это второе. То есть в день, кто 13 сунн дукат прочитал, там и какую аджру мы знаем, и очень много хадисов про это. То есть мы напоминаем. Третье. Постоянное поминание Аллаха сердцем, языком и действиями. То есть постоянно забываешь Аллах. Будь ты в маршрутке, ходишь там, вот просто сидишь, вспомнил Аллах. Начал, вот как этот наш подвижник вспоминает «Ла Иллах Иллах Вахтаху Ла Шарика Ла Ла Хавла Ва Ла Кута Илля Билля Субхана Ва Аллаху Акбар». Или действиями в свободное время взял, начал сунну читать, начал хорошие дела делать во имя Аллаха. Просто помогать кому-то. Это тоже действие, которое ты ради Аллаха делаешь. Четвертое. Предпочтение того, что любит Аллах, тому, что любим мы сами. Мы, которые сестрам, это очень хороший пример будет. Ты любишь и хочешь, чтобы это муж был только тебе. Но ты знаешь, что если муж это сильно хочет, и ты это уступишь, муж будет тобой доволен, и Аллах будет тобой доволен. И вот предпочтение в свое личное оставить, Аллах вот предпочтение сделать. Или человек может ради Аллаха то, что он любит курить, из братьев есть, которые такая слабость есть. Аллах этого не любит. И то, что он любит, оставляет ради того, что Аллах любит. Просто ради Аллаха оставил. И за это Аллах тебя может полюбить. Пятое. Размышление об именах Аллаха и его атрибутах. Очень много братьев есть, которые имена Аллаха не знают. Мы их знаем, Аллах сказал 99 имен, кто с ими будет ко мне взывать, я ему отвечу. И в именах Аллаха и атрибутах там ты познаешь Аллаха. Просто один из сифатов, то, что он щедрый, справедливый. И там начинаешь там толкованием входишь, начинаешь понимать, какой Всевышний Аллах щедрый, какой он на самом деле справедливый. Одна из женщин, когда вот попала в такую ситуацию, что вот на самом деле без... отчаялась и говорит, «Альхамдулиллах, что есть Аллах». Что, конечно, только он разберется с этим. Он ничего не смогла сделать. Просто уже ни языком, ни делом не справилась. Она просто говорит, «Альхамдулиллах, что есть Аллах». Что, как он разберется в судний, хотя бы в судний день, что он справедливый. Размышление о милостях Аллаха и благах, которые он дарует своим рабам. Она помогает полюбить нашего благодетеля. Вспомните, когда человек тебе постоянно подарки дарит, близкий человек и друг. Просто он говорит, что дарите другу подарки, чтобы друг друга полюбили. Когда вспоминаешь каждый раз, сколько он тебе выручал, помогал и деньгами, и так. И к нему любовь, то есть его забота о тебе, к тебе там, это любовь вызывает. Будет это дядя или отец, или другой друг. А если вспоминаешь то, что Аллах тебе дал. Видишь, человек без ноги, альхамдулиллах, у меня ноги на месте, зрение хорошее. Просто начинай думать об этом. Субханаллах, ты Аллаха полюбишь. Смирение сердца перед Аллахом. Тоже смиренность, это тоже отдельная, наверное, лекция будет про это. И не будем останавливаться. Смирение сердца перед Аллахом. Здесь понятно, худо. Уединение во время нисхождения Аллаха к нижнему небу. То есть последний третий час ночи. Обращение к нему с мольбами, чтение его слов и спрашивание у него прощения. То есть это минут, когда никто тебе не мешает, все спят, ты и твой Господь, больше никого нет. И твой Аллах же говорит в этот момент, он спустится на небеса и скажет, на самое последнее небо, и скажет, есть кто попросит, я ему дам. Есть кто попросит прощения, я его прошу. Кто будет взывать, я его услышу. В такой момент ты поднял руки и просил, о Аллах, вот у меня такая проблема, помоги мне ее решить. О Аллах, прости мои грехи. Вот в этот момент конкретно близость с Аллахом чувствуется. И слезы идут, и вот такое вот наслаждение, и счастье, и вот все вместе такие ощущения будут.
Это, конечно, любовь к Аллаху связывает с Аллахом сильно. Когда никто тебе не мешает, рия, ничего там такого тоже не может быть. Девятое. Общение с праведными людьми, искренне любящими Аллаха и подражающим им. И подражение им. Имам Шафии говорил, рахимахуллах, «Ухиббу салихина валасту минхум». Я люблю, говорит, праведных людей, но я не из них. Поистине, говорит, подражание достойным людям, это тоже достоинство. То есть, когда ты пророк сам подражаешь, это тоже же тебе, субханава, сунна и достоинство. И Аллах тоже сказал, «Вакуну маа садикин», будьте правдивыми. Будьте, пусть у тебя будут друзья правдивые, соблюдающие, богобоязненные, которые тебе будут напоминать Аллаха. Если ты рыба начал делать, чтобы он тебе насиха сделал. Держи вот таких друзей рядом, и он тебе поможет полюбить Аллаха. Десятое, последнее. Отдаление от всего, что отдаляет сердце человека от Всевышнего Аллаха. То есть держаться подальше от таких маджлисов, где то есть мешает тебе поминать Аллах, мешает тебе учиться, мешает тебе читать Коран, ходить в мечеть. Такие компании, держаться от них подальше. И в завершении. Сахаль ибн Саад передает, что один человек пришел к посланнику Аллаха, и сказал, о посланник Аллаха, укажи мне на дело, которое поможет мне обрести любовь Аллаха и любовь людей. То есть продолжаем тему. Укажи мне дело, которое мне поможет, чтобы Аллах меня полюбил и чтобы люди меня полюбили. Кто не хочет этого? Аллах все любит, люди хотят, чтобы Аллах его любил и люди любили его. Посланник Аллаха сказал, отрекись от мирских благ и полюбит тебя Аллах. Почему? Потому что мне сказали, женщина, которая у нее сердце заполнено всякими бижутериями, всякими диванами, занавесками, там места Аллаху нет уже, то есть, чтобы поменять Аллах. И Аллах просто говорит, отрекись от этого всего, и Аллах тебя полюбит. И отрекись от того, что принадлежит людям, и полюбят тебя люди. Например, человек, который богатый, он начинает заранее тебе жаловаться. У меня долги, проблемы, чтобы он, ты у него долги не долг не попросил. У этих бизнесменов такая привычка бывает. Они начинают тебе по ходу так нечаянно, случайно так рассказывать про их проблемы серьезные. Чтобы не дай Аллах, ты у него долг, деньги не попросил. И если ты не будешь у него ничего просить, они тебя полюбят. Если ты будешь просить часто, они тебя не будут любить, они тебя остерегаться будут. Они иногда сделают так, что тебе как будто не заметил, мимо пройдет. Чтобы, не дай Аллах, ты не попросил помощи. Аллах любит, когда его просят, а Ибн Адам не любит, когда его просят. Когда место любви к мирским благам в сердце верующего занимает любовь к Аллаху, Аллах начинает любить его. Ибн Таймия сказал, равнодушие к мирским благам, когда объяснял, что такое равнодушие к мирским благам, то есть зухд, аскетичность, это оставление того, что не приносит тебе пользу в мире вечно. То есть то, что тебе в вечном мире, в ахирате не приносит пользу, это оставление. Вот это и есть зухд и аскетичность. Некоторые может эти деньги, которые он зарабатывает, приносить пользу ему вечно. Он закат дает, помогает. А кому-то эти деньги, наоборот, фитна может быть. И он пусть каждый по себе судит. И один из важных способов, помогающий, и на этом закончим, иншаллах, снискать любовь Всевышнего Аллаха, выставление ночной молитвы, тахаджуд. Самая тяжелая тема, братья, ну, самая любимая тема Аллаха. Мы подскажем 4 совета, как можно это тахаджуд, вот, чтобы вы стали помочь. И Аллах их описал мусульман, они спали малую часть ночи, а перед рассветом они молили о прощении. То есть они малую часть спали, остальное также читали, а перед рассветом молили о прощении. Некоторые действия, которые ученые посоветовали, чтобы помогают верующим совершать ночные поклонения. Первое. Избежать грехов днем. Язык, глаза. Один из братьев, который болел джиннами, когда джин общался, он начал его пугать, он сказал, ты мне ничего не можешь делать, ты сегодня посмотрел на девушку, которая тебе харам посмотрит. Ты слабый.
Вот это то, что ты посмотрел, или то, что ты слово сказал, которое не контролировал, это может сделать так, что ты ночью не сможешь ложиться. Аллах тебе уже накажет и заберет это ни'мат. И один из людей пожаловался Хасан аль-Басри, господину табиину в его время, на то, что он не может встать ночью тахаджуд. И он сказал, «Валлахи, говорит, тебе не мешает». Он «Валлахи» сказал, он сказал, «Клянусь Господом Кабе, говорит, тебе мешают твои грехи вставать, которые ты днем делаешь». Второе, поминание Аллаха перед сном. То есть, тот пророк, сам помните, пришел в дом Али, он хотел встать, даже наступил на него, говорит, не вставай. Вместо раба он посоветовал ему перед сном сказать 30 раз «Субхан Аллах», 30 раз «Альхамдулилля», 30 раз «Аллаху Акбар». Помните, перед сном сказать эти тасбихи, сделать дуа и заснуть. То есть, заснул напоминание Аллаха. То есть, последние слова на эти были у тебя. Это второе. Третье, ранний отход ко сну. В наше время молодежь, конечно, к этому, начиная с меня и кончая с вас, это у нас очень слабо. То есть уже час-два, если ты спишь, уже встать и еще поспать, и успеть встать, это мало. Но если может до утра намаза будильник поставить, хотя бы за полчаса встать, это ему тоже как-то хаджу считается. Если ему и так не получается вставать, он уверен, что не проснется, лучше перед сном хотя бы 3 раката ветра почитать и заснуть. Чтобы это аджур хотя бы не такую великую, но часть аджур получить, как будто ночью спал. Четвертое, короткий отдых в полдень для сохранения силы. Они вот перед обеденным намазом кайлюля делали, час так спали, потом вставали на обеденный намаз. Когда сильная жара в этот момент, они спали. И это помогало им ночью устаивать намаз. То есть чуть-чуть дневной сон, она очень сильно силу дает. Вальхамдулиллахи Раббиль Алямин.